Сегодня и уже второй год подряд в инновационном культурном центре ЯСИ и наши партнеры Фонд «Культурный транзит» и фестиваль светового искусства «Не темно» мы проводим конференцию. Это то событие, на котором мы здесь присутствуем, работаем. У нас очень много тем, докладов, кейсов для обсуждения. Важно, что это часть большого-большого проекта, который называется «Визуальная экология новых территорий». Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Проект предполагает, что мы учим молодых художников и кураторов, городских активистов. Мы проводим конференцию, где привлекаем к диалогу, к разговору бизнес, например, девелоперов, архитекторов, кураторов, художников, исследователей, социологов, философов, историков. Мы привлекаем цифровых художников и аналоговых художников. Мы приглашаем молодых и не очень молодых. Все вместе мы обсуждаем то, как город может меняться за счет новых инструментов. This kind of temperature, the weather, especially the snow, gave me just only possibility to create the new concept of my piece of art. And then before, with my no conceptions, was unhealthy. But when I changed my position, because you know, if you are artist, you are you keep your attention what you are doing, and you have to be careful where you are going. Now it's my first time in Russia. So every day I have something to share my knowledge with people, and it would be great to spend there much more time. Эта конференция, она является частью большого проекта «Визуальная экология новых территорий». И проект получил поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации. И, в общем-то, мы благодаря этому можем его реализовать. Что такое новые территории? Это территории спальных кварталов, новой застройки, может быть, депрессивные территории. Это территории, так или иначе, отдаленные от центра. Либо от центра города, либо от Екатеринбурга, как такого, ну, центра областного нашего. И, соответственно, поэтому мы решили приехать в Первоуральск к нашим добрым друзьям, партнерам ВКЦ. И поэтому, по этой же причине конференция уходит за... Точнее, не конференция, а не темно, фестиваль уходит на Шишимскую горку в Первоуральск. Я сегодня пришла на международную конференцию, чтобы послушать о том, как проходят фестивали в других городах и странах, потому что мне это интересно. Я буду принимать участие в следующем году в нашем фестивале, и хочется перенять опыт от других фестивалей светового искусства «Не темно» в городе Первоуральске.